не поспал? Нет, высплюсь в отеле. Добро пожаловать в Берлин. Можете рассказать, что помните? Я ехал в такси. Попал в аварию. Не знаю, как здесь очутился. Вы были в коме 4 дня. Никаких документов при вас мы не нашли. Как вас зовут? Я доктор Мартин Харрис. Меня не было 4 дня, а моя жена где-то в городе, которого не знает. Простите, сэр, у вас есть приглашение? Я вижу свою жену. Лиза. Мы знакомы. Что случилось? Это я. Твой муж. Мартин. Вы доктор Мартин Харрис? Именно так. Это что, какая-то шутка? Ты его знаешь? Нет. Выведите его! Лиза! Лиза! От Warner Brothers Pictures. Никаких прогнозов для такой травмы, как ваша. Потеря памяти частичная или полная. Я не сумасшедший. Должно быть доказательство, что я — это я. Я был в вашем такси, мы разбились. Как ты меня нашел? Я должен знать, что произошло. Здесь небезопасно. За тобой следят. Они почти убедили меня, что я псих. Когда они заявились, я все понял. Это простейший код. Говорит о чем-нибудь? Почерк моей жены. Паспорта, кредитные карты, все у них было. Ты действительно ничего не помнишь? Убери от меня свои руки! Лиам Нисон. Кто они, эти люди? Они могут стать кем угодно. Вопрос, зачем им понадобилось занимать твое место? Я не знаю, кто это, но вы должны арестовать его. Иначе погибнет много людей. Нет такого Мартина Харриса. Его не существует. Я Мартин Харрис. Неизвестный. Я забыл не все. Смотрите весной в кинотеатрах.